Друзья, если у вас на участке есть туи, и вы хотите, чтобы эти деревья радовали вас своим оперением, своим великолепным внешним видом, за ними надо ухаживать. Сейчас середина апреля, а точнее 10 апреля, в Подмосковье снег уже сошел, и самое-самое время провести профилактическую процедуру. Делают это двумя способами. Первый способ – воздуходувкой, и второй способ – мойкой высокого давления. Мы будем использовать сегодня воздуходувку. Почистим ей, как говорится, перышки. Ну, в общем-то, все вам покажу. Начинаем. Вот так, друзья, мы ухаживаем за туями. Очень хороший способ. Посмотрите, сколько перхоти. Теперь ей свободно дышится. Она прекрасно воспримет весну. И, безусловно, будет радовать вас своим экстерьером. Это мы еще не закончили. Еще можно над ней поколдовать минут 10. Тем не менее, результат вы видите. Вся вот эта старая волосня ушла. И мешать теперь не будет. Осталось ее собрать и сжечь. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока!